Курочка в ажуре – сытное, аппетитное, питательное и очень вкусное блюдо. Понравится абсолютно всем. В качестве обеда или ужина курочка подойдет прекрасно. Курочку в ажуре будем готовить из простых и доступных ингредиентов. Получится блюдо вкусным и сытным, вам понравится. Курица будет покрыта румяной корочкой из картофеля. Внутри курицы будет сырная стружка, которая расплавится. Блюдо отлично подойдет в качестве обеда или ужина. Куриное филе 100 грамм. Картофель – 1 штука. Куриные яйца – 1 штука. Мука пшеничная – 1-2 столовые ложек. Сыр твердый – 50 грамм. Масло растительное – 1 столовая ложка. Соль – по вкусу. Перец – по вкусу. Количество порций – 1-2. Подготовьте ингредиенты. Куриное филе ополосните и просушите, после нарежьте курицу небольшими полосками. Картофель очистите, сполосните, просушите. Натрите картофель средней стружкой. Добавьте в картофель куриное яйцо, муку пшеничную, соль и перец. Перемешайте все. Прогрейте сковороду, смажьте растительным маслом. Выложите в сковороду картофель, разровняйте. Поджарьте картофель с одной стороны несколько минут. После картофель переверните. Курицу поджарьте, выложите на картофель, посыпьте сырной стружкой. Сверните картофель, чтобы курица оказалась внутри. Жарьте картофель по 2-3 минуты с каждой стороны. Курочка в ажуре готова, подавайте к столу. Приятного аппетита!